У меня, наверное, как у вас дома, периодически остаются огарки от свечи. Выбросить жалко. А что с ними делать? Не знаю. Зато знает моя подруга Юлечка Дмух. Сегодня она у меня в гостях, и мы научимся делать своими руками декоративные свечи. Юля, здравствуй. Привет. Спасибо, что пришла. Доказательство моих слов. Свечи, которые ты сделала своими руками. Ну да, это моя работа. Я делаю каждый день что-то своими руками. Но сегодня предлагаю сделать свечу. Непростую, она будет и пахнуть, и еще она будет очень красивая благодаря льду. Как будет выглядеть эта свеча? Она будет выглядеть вот так. И вот эти вот красивые дырочки, они образуются благодаря тому, что мы насыпем в свечу лед. Вы видите, совершенно необыкновенно получается. Что-то подобное я когда-то видела в магазине, но не такое красивое. Никогда бы не догадалась, что это с помощью льда делается. На самом деле все делается очень просто. Что нам понадобится? Первое, это форма. Можем использовать жестяную банку, но не плотную консерву, а именно вот эти вот от напитков. Они мягкие, и это будет у нас одноразовая форма. Можно использовать специальную форму, у которой съемное дно. То есть с помощью такой формы мы можем сделать там хоть 100 свечей, если нам там, например, требуется. Огарок свечи, мы его вот таким образом крошим. Вот так вот. Хочешь попробовать? Давай. В принципе, можно брать свечи разных размеров и разных материалов, да? Абсолютно. Единственное, что я рекомендую все же использовать белые свечи, потому что мы будем подкрашивать, чтобы не происходило смешение цветов и не было там какого-то некрасивого потом в итоге оттенка. Угу. Ну вот у нас уже есть нарезанный, хорошо. Да? Что мы дальше делаем? Мы берем емкость. Это водяная баня. Если неохота возиться, потому что мы будем время тратить и ждать, пока будет топиться парафин, то можно взять и насыпать в стакан и поставить вообще в микроволновку. 10-12 минут. Как готовить водяную баню? Нам понадобится какая-то емкость. В данном случае у нас огнеупорная миска, да, но дома не у всех она есть, поэтому лучше взять металлический какую-то мисочку или кастрюльку, налить в нее воды и дать ей возможность, ну, уже почти закипеть. Так. После этого можно ставить внутрь стеклянную банку. Если у вас воды будет намного меньше, то банка может слишком нагреться и лопнуть. Поэтому половина где-то миски должна. Понятно. Вот мы ее поставили и ждем, пока она растопится. Вот так палочкой можем его немножко помешивать. Пока тает наш парафин, мы заготовим, во-первых, вот такую стружечку. Я предлагаю взять синий такой, он может быть или морской, или лавандовый оттенок. А что это такое? Это детские восковые мелки. Ой! Нужно совсем немного. Главное вот попробовать сначала, прежде чем вы делаете свечу. Не все мелки из воска на самом деле сделаны. Есть такие, которые из акрила, и он не тает в горячей среде. То есть нам нужны восковые. Восковые настоящие. Детские мелки, да, они продаются в любом канцтоварном магазине. Дорогие? Ну, все зависит от фирмы-производителя. От 10 до 40 гривен пачка. Ну вот, мы нарезали этот мелок. И когда у нас парафин растопится, мы его туда высыпем. Будет у нас свеча голубого цвета. Угу. Далее мы можем заготовить фитиль. А фитиль — это хлопковый вот такой вот шнур. Он тоже продается на рынках. Стоит там, по-моему, около 2 или 3 гривен метр. Мы берем нашу емкость, это будет баночка. Берем фитилечек. И берем шпажку. Шпажка для шашлычка. Обычная, там, бамбуковая. Завязываем узелочек, чтобы держался наш фитилечек. Вот один раз нам этого достаточно. Вот получается вот такая конструкция несложная. И отмеряем высоту баночки. Удобно. То есть отмерили высоту баночки и ровно такой же длины сделали фитиль. Да. Да. И вот так вот по центру опускаем. Фитиль. Ну что, у нас практически все готово для того, чтобы заливать. Итак, у нас уже растопился парафин. Вот он похож на такую водичку красивую. Да, совсем жидкий. Наш карандашик мы высыпаем вот сюда, аккуратненько. Просто как супчик какой-то варим. Ну, практически. Смотри, что происходит. А наш парафин начинает окрашиваться. Вот его надо немножко так размешать, чтобы растаяли все крошки от мелка. И продолжаем все это кипятить там, да? Да, да, да.
И теперь берем вот такое еще волшебное средство, называется лавандовое масло. Чтобы наша свеча не только красивая была, но еще и ароматная. Значит, можно и другие ароматы взять? Да. Если мы хотим, например, взбодриться, то мы используем апельсиновое масло и масло корицы. Лаванда, она больше успокаивает. Да? А сколько капелек туда? На такую емкость где-то 10-12 капель нам понадобится. Теперь и переливаем. Льется как компотик. Ура! Здорово! И теперь у нас емкость не горячая, и мы спокойно будем действовать дальше. Да, теперь мы можем спокойно работать дальше. У нас уже установлен фитиль. И всем немножечко заливаем донышко. Сколько же это совсем? Ну, буквально там пару сантиметров. Теперь высыпаем подробленный лед. Это то, что ты говорила, свеча со льдом. Да. Хочешь, давай, я буду держать фитилечек. Конечно. А ты высыпаешь лед. А сколько льда нужно туда отправить? Все зависит от того, сколько мы хотим сделать вот такой фигурной свечи. То есть немало льда там, немало, да? Немало, да. Насыпай, насыпай. Да? Угу. Еще можно. И там получается внутри, воска сейчас не видно, а лед. И мы аккуратненько вливаем растопленный парафин. Пока парафин касается льда, он сразу же застывает. Угу. Когда мы нашу свечу, уже остывшую, будем доставать, вот эти места, где насыпан лед, они превратятся в пустоты, а вода просто вытечет. Такая свеча будет застывать где-то минут 40. Так интересно, она тут холодная, а здесь горячая. У меня уже есть заготовленная такая же свеча. Вот сейчас посмотрим, что будет происходить с ней. Слегка надрезаем. Я уже говорила, что жесть очень мягкая. И вот таким образом начинаем снимать. Можно я попробую? Да. Видишь, вода выливается. Слушайте, ну чудо какое-то. И вся красота открывается. Вот, и тут вот есть эта часть, которая оставалась без льда, видно. Это для того, чтобы она была просто более устойчивая. Угу. Теперь давай ножницы и срезаем вот фитилечек так, чтобы чуть-чуть осталось, чтобы можно было его зажигать. Вот столько осталось? Да, да, где-то так. Оп! Ну вот, мы с тобой сделали такую красивую свечу. Видишь, вот эти пустоты, это как раз наши льдинки. Они оставили после себя такой красивый след. Ну, чтобы свеча уже была полностью завершенная, красивая, я предлагаю взять еще вот такую бечевочку. Свеженькая крымская лавандочка. Ой. Берем, делаем букетик. Оставляем небольшой хвостик для того, чтобы можно было завязать потом. Чуть-чуть вот так вот подрезаем хвостики. Прикладываем наш букетик и начинаем обматывать. Так вот. Бить. Да, мы закрепляем букет и завязываем красивый бантик. Сюда можно и записочку какую-то там романтическую, если в подарок, например. А вот такая свеча у нас получилась. Мне очень нравится. Спасибо тебе. Пожалуйста. Давай проверим, работает ли наша свеча или она только красивая. Давай, зажигай. Ура!